Всем привет, друзья! Сегодня в путешествиях по Крыму на канале Алексит. Мы в Алуште, но в данный момент мы не в самой Алуште, а ушли, довольно жарко, ушли за Алушту, за рабочий уголок и дошли до места, в котором, в принципе, проход заканчивается. Чуть попозже я вам все это покажу. Сегодня в планах у нас пройти всю набережную рабочего уголка, пройти сам рабочий уголок, пройти до Алушты, пройти Алушту и, если все получится как задумано, то пройти еще и на восточную набережную. Естественно, главным моим походом в этот приезд является посмотреть, насколько готова центральная набережная Алушты, потому как известно, она была на ремонте и до сих пор продолжает быть на ремонте, но какие-то места ее сделали, какие-то не сделали, поэтому зайдем обязательно туда, посмотрим, я вам все покажу, потому что очень много комментариев, что там все закончили, там все великолепно, все хорошо. Но, насколько я знаю, это не так, и сегодня мы просто пройдем и узнаем. Я никому ничего не хочу доказывать, ни с кем спорить. Просто зайдем, я поснимаю, вы посмотрите и увидите на самом деле, как все это выглядит. Поэтому добро пожаловать в ваш канал, подписка, лайк, комментарий, все приветствуется, и мы погнали! Как я и говорил, ребят, вот здесь проход заканчивается, все, дальше с профессорского уголка понизу вы не дойдете, поверху есть дорога, вот там наверху есть дорога, можно пройти, там же ходит городской транспорт, который приезжает в Лазурный, не так давно, последнее у нас посещение Алуштинского региона заканчивалось именно тем, что мы были в Лазурном на заброшке, лазили, показывали дикие места и кемпинги. Но здесь понизу пройти нельзя, поэтому что? Отправляемся обратно в сторону Алушты через весь рабочий уголок, ну или профессорский. Здесь кому что нравится, отправляемся туда. Море сегодня штормит, вчера тоже штормило, поэтому не особо чисто, потому как штормит. Но здесь я довольно давно не был. Здесь вот есть кафешечка. Музыка 70-е, 80-е, 90-е, очень приятно. Понятно, что пляжи все, естественно, посмывало, все лежаки стоят наверху, лежаков много. Здесь не был 100 лет, но здесь культурненько. Все, смотрите, под пляжный волейбол, все вот это вот, вот это вот, вот такая вот, вот, вот такая вот красота. Все здесь здорово, здесь все эти номера, здесь сдаются, можно заселяться, жить, отдыхать. Люди, естественно, загорают сегодня и отдыхают, просто слушают прибой. Надеюсь, вам тоже его слышно. Поэтому отправляемся дальше, посмотрим во всех интересных местах, что где есть. Буду останавливаться, показывать, рассказывать то, что знаю. Ну, а вы, если знаете больше, обязательно оставляйте комментарий. Я почитаю и тоже буду знать больше. Ну, вообще, да, здесь очень здорово. Песочек, прям практически пляж. Не знаю, почему бассейн не работает. Ну, видимо, когда-то это был бассейн, потому что сейчас тут, видите, уже кусты растут. Хотя, может быть, и задумывался как, ну, огород, скажем так. В общем, жара страшенная, ветерок немножко спасает. Опять же, кстати, если будет шуметь на камеру, то, ну уж, извините. Я не виноват, потому что ветер. Вот так. Главное вовремя оправдаться. Правильно я говорю? В общем, идем гулять. Это для вас, я понимаю, не для всех привычное место, потому как довольно редко я здесь бываю. И вот здесь, это, грубо говоря, мы дошли до Голубовских камней. Раньше это место так называлось, сейчас нет. Но наверх нам тоже не надо, там не особо интересно. А мы здесь вдоль набережной. Да и по самой набережной. В общем, везде пройдем, погуляем. Ой, хорошая волна идет, смотрите, какая ровненькая. Внимание, шторм, пляж закрыт. Пляжев много позакрывали, но общественные пляжи есть. Люди, ну вы видели, стоят, в море никто не лезет. Все стоят на берегу. Как это сказать? Ну, отдыхают, в общем, наслаждаются, их там волнишками плещет по ногам. И ладно. Хотя, по большому счету, этот шторм не сильно большой. Купаться при таком шторме еще можно. Единственное, что не очень удобно заходить и выходить. Но, ребят, раз написано пляж закрыт шторм, значит, не надо купаться. Опять же, спасателей может не быть, потому как они вывесили все предупреждения. Поэтому
Если море штормит, то лучше потерпеть. День-два он пройдет. Ой, красота какая. И еще раз сейчас. Шмяк. Бам. Правда, здорово. Я люблю шторм. И купаться любил раньше в шторм. Но, видимо, это с возрастом проходит, потому как сейчас больше нравится по спокойной воде. Не знаю почему. Хотя иногда подурачиться тоже здорово. Это все эллинги, которые раньше, кстати, тут тоже одно время был проход закрыт. Сейчас все пооткрывали. И везде здесь можно ходить. А у нас, в принципе, Демерджи и все эти горы в сторону, вон туда, в сторону Судака, все это уходит. Малореченская, вот то Малореченская, здесь Солнечногорская, в общем, все хорошо. Отсюда даже видно храм Маяка и довольно неплохо, но не на эту камеру. Да-да, есть один комментатор у нас такой, который всегда пишет: таскай с собой тяжеленную здоровенную камеру, на ней все будет видно. Но, увы и ах, носить я ее не хочу. Хотя иногда беру, снимаю. Здесь, ну, это дикие пляжи, они были дикие, здесь как бы не оборудованные. Дальше, кстати, вот эта кафешка, сейчас эллинги закончатся, вот эта кафешка, там были такие деревянные домики. Ну, такие совсем бюджетные, знаете, слепили из того, что было. А теперь кафешка, ну, видимо, дела успешно идут, и кафешка так довольно сильно расстроилась. Сейчас я вам все это дело покажу. Потому что поменяли они полностью все эти домики. Сделали здесь вот, уже видно, сидячие места такие замечательные. Black Sea, ну это понятно, в переводе, наверное, не нуждается. Хотя здесь с другой стороны. Вот, видите, здесь добавились вот такая вот летняя площадка. А дальше домики, которые были вот эти убогие, как я вам говорю, они поменялись на более такие приличные, цивильные. О, собачка упала. По-моему, заглох. Все что-то снимают. Блогеров стало. На кого камеру не наведи, все блогеры. Все что-то снимают. Что-то куда-то выкладывают. Молодцы. Вот, видите, впереди как раз весь профессорский уголок. Или рабочий. В общем, буду называть, как попадется на язык, так и буду его называть. Не обращайте внимания, это все равно одно и то же. Вот домики эти, которые были убогие, теперь выглядят очень замечательно. У нас прекрасные мебели, удобные посидеть. Диванчики, не стулья. Хотя я стал влазить на стулья. И не так бояться, что они подо мной развалятся. Ну, такая себе, конечно, информация. Ну, в общем, вот, видите. Вот так вот здесь тоже колоночки стоят. В общем, все замечательно. Дядька лысый сидит. Смотрите, в стрингах. Какой ужас. Взрослый дядька лысый. И в стрингах. Как так? Еще и бухает. Кошмар. Наверное, он из Европы приехал отдыхать. Так, ну и отсюда начинается уже всем известный тот самый профессорский уголок. Этот центр моря, который захватывает вот потихоньку территории. Строится, строится, строится. Никак. Ну, очень много они чего понастроили. В общем, сейчас туда наверх подымемся. А, нет, сейчас к камушкам подойдем, там включимся. Ну вот он, этот известный пляж Черновские камни. Здесь вот такие вот камушки лежат. Сейчас очень красиво все это брызгает, обляпывает их. Есть свой пляжик с песочком для любителей песка. С гамаками, столиками, со всеми делами. Здесь прям не вставая можно пить, есть и что угодно, но... Самая, конечно, главная достопримечательность – это вот этот вот камушек, который когда-то очень давно раскололся пополам. Вот так. Сам пляж, ну, сейчас из-за шторма понятно, что он крайне маленький. Наверху кафешка.
Все можно заказать, поесть, попить. В общем, все замечательно. Здесь же есть спасатель, непонятно для чего, если купаться нельзя. А опять же, музыка везде довольно громко кричит. Ну, в общем, я показал, и идем дальше. Так, ну, наверх забрались. Это всем известный гостиница или отель, как кому как больше нравится называть. Калипсо, который называется. Он стоит прямо на пляже. В прямом смысле этого слова, даже фундамент у него находится там, где был пляж. В общем, он на пляже, довольно дорого здесь, но и это даже не первая, а, наверное, нулевая линия, потому как вы прямо сразу и на пляже. Дальше вот этот комплекс моря. Огромная тема, довольно быстро, кстати, его построили и продолжают развивать его, расстраивать, я уже говорил. Видимо, дела в гору идут, поэтому... Тоже, кстати, довольно дорого. Я подумываю остаться с ночевкой, поэтому зашел, пока сюда шел. Да, чтобы вы понимали, я сюда тоже шел пешком, обратно иду тоже пешком. Зашел в Феодору, та, которая бывший пансионат Днепр. Зашел туда и посмотрел, сколько все это дело у них там стоит. Самый обычный номер, двухместный, стоит у них 4300 за ночь. Ну, к сожалению, не тяну. Будем искать что-то подешевле, попроще, так сказать. Ну, а здесь, как бы, вот он, натур, клиник. Тут и клиника, и фитнес у них, и отдых, и, в общем, и все, что душе угодно, есть абсолютно все. В этом, ну, я же говорю, довольно такое масштабное, огромное здание. Такое. И оно как бы даже, я бы так сказал, даже вписалось сюда. В общем, с этим зданием все хорошо. Сейчас кусты закончатся, ребят, и будет видно море, как оно там штормит. Где там есть люди, где нет людей. В общем, все сейчас появится в кадре. Здесь все так же, вот эта отгороженная пешеходная дорожка, стала намного удобнее ходить. Потому как раньше надо было идти, сжаться от машин, там, думать, наедут на тебя, не наедут. Но сейчас, в данный момент, стало очень и очень неплохо. Вот оно море, бунгало все поздвигали сюда под самый парапет. Ну, сами понимаете, шторм есть шторм. Как, Владимир Семенович, силам природы на смерти плевать? Так и тут, шторму на пляж плевать. То, что там какие-то неудобства. Все понтоны, естественно, оттянули в море. Это те, которые от берега стоят, понтоны, когда для всяких водных развлечений. А здесь кафешки и все над морем, все работает, все хорошо, как бы жара. Я уже говорил, что сентябрь у нас это как бы еще один летний месяц, потому что сейчас жара, наверное, на солнце градусов 45, может и побольше, потому что в теньке за 30. Ну, в общем, очень и очень тепло. Вот так я вам скажу. Ну и вот здесь немножко давайте под музычку, под спокойненькую, с видами на море. Эти штуковины, электрокары вот эти,
так и ездят. Надо будет узнать, сколько будет стоить. Я не знаю, последний раз, по-моему, стоило 150 рублей от горки в конце набережной, грубо говоря, от Алушты сюда добраться до конца, до как раз до этого центра моря. Оно идет. Вон, вы видите, море, спа and resort. Вот так все это выглядит. Здесь люди немножко посмелее, здесь купаются. Ну, некоторые купаются, некоторые нет. В общем, но как сказать, люди по поводу того, что в сентябре все разъехались. Ну, сами видите, что нет, люди пока еще есть. И вот дальше там посмелее, даже подальше заплывают. В общем, все в порядке. Просто здесь накрыто, видите, и людей, основная масса сидит под навесом, вот под этим. Я не знаю, вам видно или нет. Просто те, которые стоят и купаются, это одно, а еще есть много людей, которые под навесиком от солнца, от волн спрятались и сидят под навесом. Вот, видите, здесь навеса нет. И как бы вот количество людей, количество людей в воде, ну, в общем, везде. Чтобы вы понимали просто, сколько людей в Алуште. Сегодня у нас день Шафутинского, сегодня 3 сентября. Просто не знаю, когда выйдет ролик. Просто говорю, что вот 3 сентября. И всем, кому надо было типа уехать в школы, разъехаться, скорее всего, разъехались. И детей на самом деле не так много, но дети есть. И поэтому вот я вам показываю, какое количество людей. Я думаю, вам все станет понятно. Естественно, мы еще пройдем в Алуште, посмотрим, сколько людей. Ну, вообще. Так что, думаю, будет интересно, ребят. Оставайтесь с нами. Ну, а мы идем дальше. Здесь пока особо ничего интересного нет. Это все тоже, кстати, море, резорт и спа. Тоже что-то построилось новое. Не знаю еще толком что. Нигде вывески нет. Но я думаю, точно связанное с отдыхом. Сейчас дойдем туда до причала, до... как это сказать? Ну, до центра рабочего уголка. И там включимся. Ну и вот он, в принципе, центр. Здесь, как обычно, барабуля-бар. Я не знаю, тот этот барабуля-бар или нет. Не купаемся, ребята. Вон, предупреждение о том, что не купаемся. Девушка, вы потому что купили. Шторм. Спасатели. Но, как видите, все абсолютно еще работает. Сентябрь начался, но здесь как бы еще лето. Здесь все хорошо. Ну, в общем, что я вам рассказываю, сами все видите, все, абсолютно все работает. Кому-то там кричали не купаться. Здравствуйте. Мы по вас улавливали. Шли вам навстречу. А, Саша. Мы Шипинских встретили, они сказали, вы здесь, это самое. Мы пошли вас встретить. А вы откуда? Ой, мы из Красноярского края, поселок Шушинское. Это очень далеко. Это очень далеко. Красноярский край, ребятки, это центр России географический. Так что вот так. Столица Сибири, Красноярск. А многие говорят, что Новосибирск. Но это не так. На самом деле Красноярск. А Новосибирск, говорят, вообще город не очень. Красноярск лучше. Хотя очень проблематичная там с климатом беда. С этими, с выбросами, там, с красом, эти, как они? Ну, ТЭЦ всякие. Мы с юга края. Так что у вас все хорошо. Я понял. Ну, у нас там Шушинская ГЭС. О, это самая большая в России, насколько я знаю. Да? Да. А вы давно? Третий день, ну и как? Ну попали, правда, да? Первый день нормально, а вчера и сегодня шторм. Два дня успели покупаться. А, два дня успели. Ну, шторм тоже свои прелести. Вчера начали. Там, конечно, все круче смотреть в центре. А надолго? Мы на месяц. Это вам еще будет. Мы 1 октября. Я понял, ну это хорошо, хорошо, хорошего вам отдыха. Мы в Алуште третий раз. И все нравится. Вполне. А я говорил, здесь здорово. Все, ребятки, сейчас мы поговорим и включусь дальше. Вот, ребятки, вот эта Феодора, которая была Днепр раньше называлась, я заходил, узнавал. 4300 номер двухместный, это самый простой. А здесь все также работает. Старик Кинкалыч, хачапури, грузинская кухня, отели, все работает, все великолепно. Ну, в общем, сами понимаете, это самый центр. В принципе, профессорского уголка. Здесь вот этот сквер, который недавно открыли. Здесь детская площадка. Все на месте, все хорошо работает. Дети даже есть. Лазят здесь, тенек.
и хорошо. На солнышке прям сильно жарко, в тенечек заходишь, конечно, намного полегче, еще когда небольшой бриз с моря дует, вообще прям кайф. Ну а мы сейчас отправляемся, в принципе, на саму центральное гулятельное место, пока центральная набережная не до конца функционирует. Пройдем здесь, но на центральную набережную обязательно зайдем. Я просто не уверен, будет это все в одном ролике или в нескольких роликах, буду разбивать. Поэтому, ребят, смотрите, следите. Уверен, что будет интересно. Все, пойдем. Здесь вот открылось вот такое мидийное место. В общем, мидии, я так понимаю, готовят. Наверху можно поесть. И здесь все это, ну, в общем, для любителей морепродуктов, мидии и всякого такого. Можно посидеть здесь, поесть. Здесь, естественно, что угодно. Вон и брускеты тут с мидиями, и мидии в сливочном соусе, сырном. 690, в общем, вот цены. На паузу ставьте, смотрите. Цены, ну, такие, устрицы плюс напиток. 5 устриц, сет. Ну, в общем, кому интересно, кто любит, пожалуйста, мидии, устрицы. Вот такая вот вывеска. Все это можно на втором этаже с видом на море. Сами понимаете, потолок такой интересненький. Здесь поднимаетесь наверх и с видом на море едите морепродукты. В общем, очень замечательно все. Не считая того, что вот эти вот, опять же, стоят и закрывают весь вид на море. Но, с другой стороны, все, что угодно можно для моря. Что нужно, все, что угодно можно здесь приобрести. Вот такие вот. Вот такой вот будет мой вам сказ. Вот так. Так, ну а дальше сама набережная. Дойдем до нее и включимся. Ребят, ну и в принципе на набережной тоже, видите, люди гуляют, смотрят. Здесь все так же штормит, как бы особо нечего показывать. Но то, что людей... И людей поэтому гуляет намного больше, потому как на пляже не лежат, потому что, ну, сами понимаете, не особо интересно. Все сидят там по кафешкам. Или вот здесь наверху вот эти веранды, на них кто-то на лежаках, кто-то просто так, у кого кто не хочет на лежак тратиться, вот видите, пришли, просто постелили, легли, и все это бесплатно. Поэтому все чебуреки, бургеры, все абсолютно работает. Здесь в этих есть туалеты в торцах этих зданий, и, ну вот видите, все здесь все занято, потому как пляж, сами видите, пляжа практически нет. Поэтому все забираются повыше и здесь просто кайфуют. Кто чем занимается? Кто-то читает, кто-то кроссворды разгадывает, кто-то в телефонах. Голуби сверху в печальке, потому что не могут ни на кого накакать, потому что навесик есть. В общем, все, жизнь идет своим чередом. Ну, хорошо, люди гуляют, я же говорю, и здесь в связи с тем, что центральная набережная до конца не сделана. Все замечательно. Розы, цветы, все везде. Цветет, здесь вот тоже сдается, можно снимать здесь, туда, выше, это все можно здесь заселиться, но, соответственно, чем ближе к морю, тем, естественно, дороже, и цены, ну, так скажем, прям, есть некоторые прямо очень космические. Честно говоря, Феодора, тот бывший Днепр, если бы был дешевле, я бы, может, в ней заселился, но за 4300 за ночь, ребят, ну, честно, ну, по-моему, перебор. Значит, смотрите, если вдвоем приехать на 10 дней, это 40, ну да, там, пусть будет там, грубо говоря, 45 тысяч. Но это очень дорого. Это 45 тысяч вы заселились, плюс вам надо куда-то развлекаться, что-то где-то развлечься, что-то где-то поесть, что-то попить. Ну, в общем, очень-очень, мне кажется, это дорого. Туалеты, да, по 30 рублей, кстати. Здесь написано, что туалет не работает. Но в других местах туалеты работают. И, ну, не знаю, все замечательно. Все работает, курортный сезон продолжается.
люди покупают там кучу вещей всяких себе. В общем, все что угодно. Все здесь. Все здесь есть. Ну да, единственное, попали, что шторм. Я бы, может быть, и сам окунулся, но в такой воде предпочитаю не купаться. Поэтому, ребятки, купаний сегодня не будет. Может быть, если я останусь на ночь, может быть, завтра все успокоится, и я завтра где-нибудь окунусь. Но это не точно. Ну, а так, все хорошо. Все хорошо, но людей нет. Видите, здесь везде где-то что-то кто-то покупает. В общем, продолжаем гулять по набережной. Сейчас дойдем до аквапарка. Пройду, поднимусь в аквапарк, поснимаю цены, чтобы вы знали. Но это на этот год, если кто-то еще собирается, а если на следующий, просто неизвестно, останутся ли те же цены или нет. Но в любом случае посмотрим цены. Вот, ребятки, клоун порезанный на лоскуты стоит, а значит, мы дошли до аквапарка. Вот он, аквапарк, люди и все дела. Но нас интересуют фонтанчики с дельфинчиками работают, нас интересуют цены, поэтому пойдем посмотрим, какие цены. Все вам расскажу. Запихнем торбы свои, да? Ну, давай. Все? Ага. 2000, что? Да что, будет два по приключения, но у меня с тобой права паспорта не взяли. Нет, я в агентстве. Только оригиналы паспорта. Вот такие вот цены на аквапарк. Но еще раз говорю, это цены на теперешний сезон. Какой будет в следующем году, я честно вам скажу, не знаю. Но имеем то, что имеем. Показал вот как есть сейчас на данный момент, какие цены. А вы уж делайте выводы, дорого, дешево. Потому что я, честно говоря, поснимал, а сам не посмотрел. На монтаже увижу, хоть дорого, там недорого. Потому что, ну, люди стоят, знаете, как не очень удобно лезть там. Я так камеру подпихнул туда, поснимал, и все. Здесь мы все поснимали, сейчас дойдем до подъема, который идет уже на набережную, ведет в саму Алушту. То есть здесь все, на этой набережной, как и было, все замечательно, куча людей. Ну, единственное, что штормик, это не страшно. Но люди есть, я же говорю, что не разъехались. Сентябрь. Еще куча разных факторов, когда говорят, что все из Крыма бегут. Ну, не знаю, я что-то не наблюдаю, как все из Крыма бегут, потому как все в Крыму в порядке и люди есть. Во всяком случае, за весь Крым не скажу, но вот сейчас в данный момент находимся в Алуште, и в Алуште люди есть. Вот так вот. В общем, поднимемся туда наверх. Там еще включимся, потому как здесь вроде как все, что хотел показать, показал. Вы все, что есть здесь интересного, все увидели. Опять же, кафешки, хот-доги и всякое такое, что мне нельзя, все есть. Рай работает, есть свободные места в раю. Так что всех желающих ждем. Приезжайте, отдыхайте. И я точно, конечно, спрогнозировать не могу, но мне кажется, что сентябрь будет отличный. Даже несмотря на то, что сейчас вот такой вот шторм. Ну, залезли наверх. Сейчас пойдем уже дальше в Алушту. На этом первый ролик будет заканчиваться с Алушты. Все, что мог, я вам про профессорский уголок я вам показал. Ну, все, что, на мой взгляд, было удостоено внимания моего, я все показал. Вы уже пишите, чего как. Но это такой более ознакомительный ролик, просто прогулка вдоль моря, потому что, ну, тут замечательно, мне самому нравится, я никому не навязываю свое мнение, но пишите, что вы думаете, я с удовольствием почитаю. И по поводу вот этих электрокаров. Вот эти электрокары по 150 рублей, ребята, они стоят 150 рублей, и вас везут до вот этого центра всего моря, которое называется Resort and Spa. Там, в общем, все дела. Вот 150 рублей, и вы там. Как по мне, наверное, немножко все-таки дороговато, но есть что есть. Здесь все
так же. Пока ничего не меняется, шторм продолжается. Не шторм, а волнение такое. Хотя нет, это уже не волнение, это пару баллов, наверное, есть. Вот так. Ну и все, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на все, что найдете в описании. Всем пока!